Готовим чебуреки. Берем муку, добавляем соль, одно яйцо, вливаем кипяток, растопленное сливочное масло, замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и убираем в сторонку. Для начинки берем говяжий фарш, добавляем лук, я его измельчила в блендере, соль и черный перец. Хорошо перемешиваем. Дальше берем небольшой кусок теста, тонко раскатываем, вырезаем ровно круг, выкладываем начинку, закрепляем края вилкой и жарим на растительном масле с двух сторон на среднем огне. Чебуреки готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.